Песков тут в очередной раз насмешил всю страну, заявив: «У нас нет понимания, как долго жителям России придется жить в режиме экономии, вызванном пандемией». Ой, держите меня, Семер, а у этих ребят понимание хоть чего-то есть вообще, нет? Хоть раз за 20 лет оно было? Сперва, значит, в наших бедах обвиняли ельцинских олигархов, нам говорили, надо немного потерпеть, мы сейчас как раз антикоррупционную кампанию начали, ага, затем мы с колен вставали, от 90-х отходили, потом кризис 2008-го случился, и ребятишки снова с колен Россию пытались поднять. На смену кризису 2008-го пришел кризис 2014-го, крайними тогда назначили, естественно, американцев, а еще укрбандеровцев. Пару лет назад, когда народ снова зароптал: «Слушайте, ну ваше потерпеть-то когда-нибудь закончится!» Песков лепил горбатого проеха войны, уже типа две войнушки в 20 веке пережили, это тоже негативно сказалось на развитии великой и могучей. Но до поворота на рай осталось совсем чуть-чуть, последний привал, и там, за углом, сразу КПП. И мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. И вот опять народ России в тысячный раз в заднице. От ворот рая, насколько я понимаю, нас отбросило. А может, КПП ангелы перетащили в другое место. Американские ангелы, разумеется, которые, может, и не ангелы вовсе. И снова Песков рассказывает сказки об обстоятельствах непреодолимой силы. Теперь коронавирус подгадил. Хотите честно, мне иногда кажется, если бы этой пандемии не было, ее нужно было бы придумать. Во всяком случае для России, поскольку отмазки Путина и его окружения уже просто смех давно вызывают, к слову. Хочу сейчас посоветовать президентскому толмачу на будущее: не заморачивайтесь много лишнего, Дмитрий Сергеевич. У нас нет понимания, все, точка. Это вполне могло бы стать концептом нынешнего режима, а главное, подходит под все случаи жизни. Чё с пенсиями? У нас нет понимания. Чё с медициной? У нас нет понимания. А чё в рай-то мы хотя бы попадем? Так у нас же нет понимания. По-моему, о! Начинаем! Нехорошая новость для бедноты, а также для фермеров. В России собираются уничтожить частные или личные подсобные хозяйства. Хотя напрямую про уничтожить, конечно, никто не говорит. Например, в экспертном центре Россельхозбанка уверяют, частники могут уйти с рынка в обозримом будущем в силу естественных процессов. Типа экономика, все дела, выживут только сильнейшие. Теперь объясню на пальцах. Если кто-то не понимает, дешевые овощи, которые сегодня попадают на столы к россиянам, картошка, морковь, свекла, лук и так далее, так вот, более половины этой продукции в данный момент мы получаем от фермеров, от мелких производителей, от частных подворий и бла-бла-бла. В чем плюсы? Первое, у этих и качество продуктов получше. Второе, благодаря мелким производителям конкуренция какая-никакая на рынке присутствует. Соответственно, цены периодически корректируются в пользу потребителя. Скажем, в сезон уборки урожая овощи можно купить очень недорого, в 3, в 4, а то и в 5 раз дешевле, чем обычно. Теперь о том, какую аферу затеял провернуть Россельхозбанк, подозреваю, вместе с соответствующим министерством. А ребята решили все поставить на агрохолдинги. Прикрываются, как обычно, благими намерениями, мол, холдинг, он и есть холдинг, там и возможности, и финансирование, и уверенность в завтрашнем дне, от слова «дно», видимо. Никаких бюджетов не хватает на то, чтобы вдохнуть жизнь в сельские территории. Приход любого крупного агрохолдинга означает, вот, значит, ликвидацию рабочих мест, вот, обязательно для жителей этих сельских территорий, так как ему не нужны люди. Подробности дальше. Это реальная журналистика. Поехали! Дамы и господа, приближается Новый год, и мы с коллегами решили в это непростое время помочь детям-сиротам из
моего родного Екатеринбурга и нескольким детским домам. Собираем деньги на подарки, кто сколько сможет, четких рамок нет. Если все получится, обязательно съездим. Обязательно поздравим ребятишек. Принять участие можно, перейдя по ссылке, она сразу под видео. Там все просто разберетесь, не уговариваю, но призываю. Так о чем мы? Ах, о том, что агрохолдинг — это не так уж и плохо. Все-таки крупное предприятие, оно и в Африке крупное предприятие. А вот теперь в действительность предлагаю окунуться. На самом деле дичь, которую нам втирают, это сказки для несведущих. Рынок, состоящий из одних только агрохолдингов, выгоден исключительно чиновникам и тем же банкирам. Россельхозбанку в первую очередь. Простой пример. Не будет мелких фермеров, на государственном уровне не нужно будет заморачиваться с поддержкой сельхозпроизводителей. Я имею в виду настоящую поддержку АПК, а не ту, что на бумаге и в отчетах фигурирует. Банкирам тоже клево, ну представляете, или 15 кредитов выдать индивидуальным предпринимателям, там по миллиону, и работать потом с этими предпринимателями, по-настоящему работать, зарабатывая деньги. Или выделить большущий займ гиганту, получить с него за это откат, а потом спи отдыхай. Крестьяне на барина пашут за 3 копейки, барин всем, кому надо, отстегнул, виллы, яхты купили, бабло попилили, уверенность в завтрашнем дне есть. У нас сегодня государство больше гораздо помогает агрохолдингам, а не малым фермерам. Где-то 90% всей помощи идет 10% самым крупных компаниям в России. Между тем, центры прибыли этих компаний часто находятся не на территории, а чаще в Москве, а еще чаще где-то за границей, в офшорах. Я с вами полностью согласен. Конечно, нужно, чтобы государство, средства массовой информации помогали. Хотя мне вот эти средства массовой информации сейчас скажут, что давайте платите деньги, мы вам раскрутим чего угодно. Второй момент с теми агрохолдингами. Доставка только на них в конечном итоге просто уничтожит отрасль, превратив ее в очередной коррупционный маховик. Опять на пальцах, давайте. То, что все земли сельхозназначения поделят между собой 5-10 папиков, это уже понятно, да? За примерами далеко ходить не надо. Нефтегазовую отрасль давайте вспомним, лесную, промышленное производство. Небольшая группа людей все это прибрала к рукам за бесценок, а мы сейчас локти кусаем, думаем, как же так получилось. Теперь вот с землей ребятишки решили провернуть похожую аферу, а сейчас самое важное. Если кто-то наивно полагает, будь то папики, после присвоения земли российского народа реально на ней будут работать, вы глубоко заблуждаетесь, друзья. Не умеют они работать, не делали они этого никогда и не станут. Они получать привыкли сливки, снимать, то есть чего ожидать по итогу? А шуршать в полях продолжат вот эти вот частники, только теперь уже задарма и на птичьих правах. По осени к частнику будет приезжать мальчик в дорогом красивом костюме, скупать урожай по 3,50 за КамАЗ, чтобы продать это потом тебе, мне, вот ему втридорога. Крестьян загонят в конкретное рабство, а то и вовсе уничтожат. Село развивать, конечно, никто не станет, папику будет проще наставить в поле вагончиков и завести в это поле состав с гастарбайтерами. Все, привет российской глубинке. В кино теперь только ее видеть будете. Ложь, обман, лицемерие – это стало нормой, правило. Без этого никого в правительство не возьмут, без таких черт. Или другой пример, пожалуйста. Самый известный совхоз в стране, давайте вспомним. Правильно, совхоз имени Ленина, у которого сейчас большие проблемы. Уверен, вы, как и многие, думаете, что проблемы у совхоза случились из-за политических амбиций его директора Грудинина, который в 18-м пошел на выборы против царя, теперь расплачивается за это. Но что бы вы сказали, если бы я вам сообщил, у предприятий без Грудинина проблемы бы начались? Это был лишь вопрос времени, и вот почему. Сейчас, пожалуйста, обратите внимание на свои экраны. Посмотрите, в каком месте данный совхоз расположен. Вот и карта, кстати.
Да, это Москва, самое что ни на есть. А с учетом того, что несколько лет назад к Москве пристегнули дополнительные территории и появилось такое понятие, как «Большая Москва», вот на этой карте совхоз я, к слову, красненьким пометил. Понимаете, да, что это за земля? И вот теперь изюминка на торте. Пару лет назад Собянин затеял в столице суперовую программу реновации, по которой он собирается отселить миллион москвичей. Миллион человек, блин! Это Омск целый. А теперь прикиньте, о каких деньжищах в данном случае идет речь. Кому там нафиг этот совхоз нужен в виде совхоза? В каком месте кусок земли пропадает? Про порядок цифр даже говорить не стану. Я просто таких цифр-то не знаю. Вот и все, друзья, весь секрет Полишинеля. Закончить предлагаю тем, с чего начал, с фразы Пескова: у нас нет понимания, а у них действительно нет понимания, да они и понимать ничего не хотят. 20 лет, а кто-то и дольше, ребята сидят у корыта, и им этого корыта хорошо. Это тебе надо думать, на что завтра детей накормить, на какие шиши Новый год отметить, ну и так далее. Эти разучились задаваться подобными вопросами, да они и не плавают так мелко, там другие масштабы. Помните эти эпичные кадры, когда Путин покупает мороженое, а Чемизов в это время протягивает продавщице две купюры по 1000 рублей каждая? Почему случилась эта комичная ситуация, как думаете? Да не знает Чемизов, потому что сколько это 1000? Много или мало, хватит или не хватит? И они там все такие: а создали этого монстра мы? Все. Как-то так, это была реальная журналистика, и вот сегодня вот так. Благодарю сеть кафе «Фаина Раневская» за предоставленные для съемки помещения. Заглядывайте, может, и меня тут встретить, я периодически здесь бываю. Подписывайтесь на наш второй канал, не забывайте, там пока выходят ежедневные новости, но, возможно, мы и переедем туда однажды. Связано оное с цензурой в отношении некоторых крупных YouTube-каналов. Я в их число угодил, поэтому... В общем, ссылка внизу, в соцсетях тоже жду. В друзья добавляйтесь, темы предлагайте, поднимем и обсудим, а я засим. Спешу откланяться, пока. Пока!